Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Прошу к столу». Лето – чудесное время года. Радует нас солнышком, пением птиц, цветут луга и сады. И, конечно, это свежие овощи и фрукты. Что может быть вкуснее спелых, ароматных и солнечных абрикос? Конечно же, пирог с абрикосами. Приготовим творожное тесто всего за пару минут. Точный список продуктов вы найдете внизу под видео. Взбиваю яйца. Можно ручным венчиком, можно миксером. Сильно взбивать не надо, просто перемешать хорошо до однородной массы. Добавляю сахар и опять перемешиваем до однородности. Добавляю пару столовых ложек лимонного сока, сливочное масло комнатной температуры и немного взбиваю. Добавляю творог и хорошо перемешиваю. Творог может быть любой жирности или обезжиренный. Возьмите тот, который вам нравится. У меня 5% творог. Добавляю чайную ложку разрыхлителя и щепотку соли. И все хорошо перемешиваю. Небольшими порциями добавляю просеянную муку, так удобнее перемешивать. Тесто должно получиться немного густым, но воздушным. Если тесто у вас жидкое, это может зависеть от влажности творога. Добавьте пару ложек еще муки. Тесто готово, теперь абрикос разрезаю пополам и удаляю косточку. Беру форму для запекания, застилаю пергаментом и немного смажу сливочным маслом. Подходят любые формы, какие у вас есть, и стеклянные, и силиконовые. Выливаю тесто в форму, немножко разравниваю, выкладываю абрикосы и запекать в духовку на полчаса при 180 градусах.
Пирог готов. Он получился румяный и ароматный. Пока он остывает, в обычной кофемолке сделаю сахарную пудру. Остывший пирог посыпаю сахарной пудрой. Кусочек пирога выкладываю на блюдо и украшаю веточкой мяты. Пирог получился божественно вкусным. Творожное воздушное тесто и яркие ароматные абрикосы. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал и не пропускайте новых рецептов. Прошу к столу и приятного вам аппетита!